приснился генерал Скобелев, только что попавший в тюрьму. Приснилось, что он говорит с водой, и вода отвечает ему. Деревья слушают их, вокруг них гудит пустота. И мне видна только тень от круга, и в ней тень креста. Дело было на острове, женщины с земли поднимались цветы. Вокруг них было белое море, в море громоздились льды. Женщины стояли вокруг него, тонкие как тополя. Над их рядами поднималась луна, и под ногами молчала земля. Генерал оглянулся вокруг и сказал: «Прекратите ваш смех. Дайте мне веревку и мыло, и мы зашьем платье для всех. Немного бересты на шапке, обувь из 10 000 трав. Потом подкинем рябины в очаг, и мы увидим, кто из нас прав». Никто не сказал ни слова, выводы были ясны. Поодаль кругом стояли все течки, взгляды были честны. Их лица были рябы от сознания своей правоты. Их пальцы плясали балет на курках, и души их были пусты. И какой-то случайный прохожий сказал: «Мы все здесь вроде свои. Пути Господни не отмечены в картах, на них не бывает ГАИ. И можно верить обществу, а можно верить судьбе. Но если ты хочешь узнать закон, то ты узнаешь его в себе». Конвой беспокойно задвигался, пришедший был невидим для них. А генерал продолжал чинить валенки, лицо его скривилось на крик. Он сказал: «В такие времена, как наши, нет места ненаучной любви». И пальцы его были до локтей в землянике, а может быть, по локоть в крови. Между тем кто-то рядом бил мух, попал ему ложкой в лоб. Собравшиеся скинулись, собрали на приличный гроб. Священник отпел его, судья прочитал приговор. И справа от гроба стоял председатель, а слева от гроба был вор. Этот случай был отмечен в аналах, но мало кто писал о нем. Тот, кто писал, вспоминал об общественном, а чаще вспоминал о своем. А деревья продолжают их слушать, гудит комариная гнусь. И женщины ждут продолжения беседы, а я жду, пока я проснусь. Очень требуется мнение зала по поводу вопроса, слышны ли вам скрипки. Аккордеон! Аккордеон! Слышно? А аккордеон есть? Нет? Чуть побольше аккордеона и голоса, если можно, в зал.